срок вышел, Джек. Прихлоп. Я сплю? Нет. Так и знал. Во сне был бы Ром. Зачем явил сюда свои полипы? Дэвид Джонс послал. Злой дух моря? Он вынудил тебя служить ему? Я захотел. Я сожалею, что участвовал в бунте против тебя. Но я вступился за тебя. И дело повернулось круто. Я остался на дне океана, под чудовищным гнетом водяной толщи. Не пошевельнуться, не умереть. Я подумал, что даже тень надежды на избавление того стоит. Ради нее я отдал бы все. На что только не идут люди, чтобы избежать неминуемой участи. Ты сделку с ним заключил. Он поднял жемчужину со дна. Тебе не отвертеться от этого. Цена твоего договора та же, что и моего. Одна душа. 100 лет службы на его корабле. Но на летучем голландце же есть капитан, так что... Ну тогда каюк тебе! Он уже рыщет. Им движет неодолимое желание сожрать обладателя черной метки. Если вдруг попадешь в плен, скажи, Джек Воробей прислал, но плату долго! Смерти страшишься. Не слушай его! Ты не боишься. Я готов рискнуть. На дно его. Ублюдок! Жизнь так жестока. Почему жизнь за гробом должна быть иной? Предлагаю выход. Иди ко мне. 100 лет служить под моей командой. Кошмарный отсрочь момент. Я пойду на службу. Отлично. Ты еще не похож на хладный труп. Чего надобно здесь? Джек прислал в уплату долга. Наверное, стоит ценить его размах. Пора уже заплатить, Джек. Ты был капитаном жемчужины 13 лет. Таков назначенный срок. Я плавал 2 года, и команда учинила бунт. Значит, ты плохой капитан, но капитан, как ни крути. Или ты не величал себя все эти годы капитаном Джеком Воробьем. Я заплатил, прислал к тебе на службу душу, он ведь здесь? Нет уж, одна душа другой не стоит. Ага. Значит, в принципе, предложение устраивает, осталось сойтись в цене. Сколько тебе надо душ взамен моей? Пришли 1000 душ через 3 дня. Да ты золото! Верни мальчонку и... Я его заберу в качестве задатка. Слыхал про Уилла Тернера? Он смельчак, благороден. 4 стоит. Я не упоминал, что... Влюблен в красотку. Помолвлен. Разлучить его с ней... Это вполовину не так жестоко, как разрешить им связать себя узами брака. Да? Объясни-ка, Птаха. Ты с этим сможешь жить? Ты обрекаешь другого человека на вечные оковы, а сам будешь веселиться, гулять и пить. Да, это по мне. Скрепим кровью, в смысле водой. Я беру его. 99 душ. Достань. Я заморался как никогда.